Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру NEC. Ребята, продолжаем свое приключение. Глава называется «На живца». Зачем Нека так бить? Это не настоящий Нек, ребята, это груша. Это урон, который ты можешь нанести тоннам железа и камня. Я хочу, чтобы в следующий раз Нек не выжил. Значит, тебе нужна поддержка ребят из отдела исследований. Пойдем-ка, я хочу кое-что тебе показать. Он оказался не просто сильнее меня, он более искусен в бою. Крупный калибр решит и эту проблему. А ты умеешь интриговать. Только бы суметь проникнуть через эту дверь. А для этой задачи я нашла помощников. Пойдем, расскажу. Пойдем, расскажи. Итак, на живца продолжаем, ребята. Я огромный. И мне кажется, вот эти ребята мне вообще не помеха. Просто надо запрыгивать. Запрыгивать сюда. Разрушаю все на своем пути. Интересно, насколько большой может быть этот Нек? Может быть, еще больше он может вырасти. Ах ты! Вот этот, кстати, тоже здоровый робот. Смотри. Подожди, подожди, что-то как-то пол хпшечки-то поубавилось. Ну ладно, у нас здесь есть... восстановление здоровья. Реликты собираем и все, идем. Правда, не полностью восстановился. Проходим. Ладно, я хоть здесь прохожу. А так я могу быть вообще больше этих всех зданий, я думаю. Так, как с тобой-то? Надо аккуратно с ним. Вот так, раз, дал, и все, и нормально. Идем дальше. Отлично, янтарь. Как обычно, продолжаем собирать. О, как я его пропустил, тут мимо прошел. Скоро накопится суперудар. Ну. Надо ближе, быстрее к нему. Быстрее, пока он не успел. А он все-таки успел стрельнуть по мне. Да ты что делаешь? Готов. Я на этой луже еще потерял здоровье. Я уменьшаюсь, ребята, надо быстрее идти искать аптечку. Ну-ка, а, вот сюда можно зайти. А, ну сюда, в принципе-то, и надо больше идти некуда, там он вряд ли перепрыгнет. Да, через этот забор не пускают. Тихо. Слушай, а мы вот... танк тут сокрушили, куда он делся, я хотел его взять с собой. Ладно, пускай. Ну что, ребята? Ай-яй-яй-яй, ты что делаешь-то? Ну-ка, отойди. Так, а есть тут секретки или нет? Смотри, здание так большое. Может быть, где-то в нем есть какой-то проход. Ба-бам. Ну, я большой, но мне жизни мало. Надо больше. Заколебали они свои фиолетовые штуки кидать. Тихо-тихо-тихо, куда ты меня прям зажал здесь? Да, все. Не получилось. Ну-ну-ну-ну-ну, давай еще разочек удар. Ах ты! Есть. Так, давай его с собой возьмем, пошли. На, пацаны, вам танк. Надо было на двоих попасть сразу. Ладно. Тихо, не трогай пушку, не надо нажимать на нее. Вот с этим надо аккуратно как-то. Перепрыгнуть и быстрее к танку. Ну, да, давай добивай, уже чуть-чуть осталось ему. Отходи. Есть. Берем. И пошли. А вон док стоит, кстати. Док, здорово. Ну давайте. Поднимайте. Да! Есть, они забрали этот передатчик. Взяли наживку. Теперь мы проследим за ними.
Джентльмены, положитесь на меня. Мы рассчитываем на тебя, здоровяк. Да нормально все будет сейчас. Давай всех кидаем вот так. Оп. Все реликты еще сейчас соберем. Нам янтарем можно еще воспользоваться разочек. Ну, я думаю... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Больно было. Ну, давай добивай его чуть-чуть. Чуть-чуть же ему осталось. Забирай. Куда идти? А, во, пацаны, держите. Двоих сразу разворотил. Давай, кто следующий, подходи еще. Мне не жалко, я вам пропишу быстренько. Ну давай заходим сюда. И я думаю, что сейчас еще кто-то будет на нас нападать, иначе бы просто за мной так дверь не закрыли. Вот они. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, пацаны. Что же вы делаете-то, а? Попробуем еще вырасти. Нет, не растем. На. Собираем янтарь. Причем он здесь такой огромный, просто вообще быстро восстанавливается моя суперспособность. Тихо, тихо, тихо. Я просто сзади подошел и все. Но он все-таки меня набил. Дома рушатся, ребята, это была секретка. То есть, где треснувший дом, там это секретное прохождение идет. Он все, исчез. Кто там еще есть? Что-то вас много, ребята. Ну-ка, давай суперударом сразу. Ты что, еще жив, что ли? Ну-ка, на, пушкой. О, вот это мне не нравится, он вечно меня пытается набить. На! Во, это хорошо, что я близко так подошел к нему. Все, готов. И на, туда в здание. Кстати, вот еще одно, смотри. Что было? А, здесь были реликты, хорошо. В столбах, кстати, тоже янтарь находится, но его настолько мало, что это вообще совсем нам не восстанавливает никак. Чуть-чуть линию поднимает. Эй, вы что тут, ребята, стоите? Ну-ка, езжайте домой все, я сам разберусь. Я все улажу. Подожди, что это было? Кто стреляет? Это вот эти пацаны? А, это мины же, смотри, взрываются. Как, да? Надо отойти. Эти мины надо разминировать все. Чтобы потом бегать здесь аккуратно, спокойно. Так, вы что там своей фиолетовой штукой пытаетесь меня стрелять? На! И тебе тоже. Следующий. Радуется, смотри, полицейский, как вдалеке там. О, как круто то, что Нек пришел. Да, конечно, пацаны, все нормально. Если Нек взялся за дело, значит, все, разберемся. Давай дальше. Кто со мной хочет поговорить? Ох ты! Ну-ка, подожди, я к тебе подойду, сейчас поговорим по-другому. На! Не надо в меня стрелять, я же тебе сразу сказал. Огромный робот идет тоже. Ну-ка, давай здесь заберем что? Янтарь, хорошо. Еще бы, еще что-нибудь. А, вот, да. Вот это хорошо. Он, кстати, подрастает. Нек еще растет. Ну, подходи. Может, он на мины тоже нарвется, а? О, янтаря надо взять. Чуть-чуть до супра не хватило. Ну-ка, так бы супер удар бы мы ему сейчас применили. Ну, давай, иди на мины. Почему он не взрывается на минах? На! Уходим, уходим, отпрыгиваем. Идем дальше по городу. Так, ребята, у меня есть возможность использовать на вас супер удар. Я это сделаю все-таки. Но надо быстрее, быстрее, быстрее к нему подходить, потому что... Тихо, я его сейчас возьму и в другой швырну. Ну-ка, быстрей! Да что такое? Ну что такое-то, а?
Так, откуда я начал? Ну, пойдет, ладно, не так далеко, в принципе. Так, с тобой сделали. Разговор, так сказать, был. На тебе тоже. Давайте янтаря мне. Еще. Еще хочу янтаря. Ну-ка, надо было задействовать, когда он здесь. Да иди нафиг, а. О, как я хорошо перепрыгнул вовремя. Ай, вернулась его летающая тарелочка со стриями. И прям по мне. Ну ладно, у меня сейчас, смотри, хпшки-то нормально уже. Можно идти. Только вот суперудара нету. Ай, вот это четко я прям на снаряд прыгнул. Так как так-то, а? А, он еще такой под самонаводящегося. Типа самонаводящийся. Да, ребята, что делать-то? Так. Что-то пошло не так. Ладно, наверное, там надо сначала маленький разнести. А потом за большой браться. Давай еще янтаря. Ну, чуть-чуть подрос, ладно. Вот с этим надо аккуратно как-то расправиться. Надо подходить быстрее, пока он там вовремя подпрыгнул. Так бы сейчас прям рвануло хорошенечко. Так, ладно. Надо здесь от ракеты вот быстрее увернуться от этой. Я думаю, прийти сюда, к этому. К маленькому. Взять маленький. Быстрее, быстрее бери его. Швыряй. Так, он меня разок попал все-таки. Не надо, не надо наезжать на меня. Ну, во, вот так. Давай, 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 чуть-чуть осталось же. Ну, добей. Есть. Хватай. Вон, можно кинуть в дом. Не разбил. Давай еще раз. Ну ладно, в этот раз уже получше прошли. Давай, идем, продолжаем. Тут кто стоит на балконе? Никого, да? Идем дальше. Огромнейший НЭК продвигается по большому городу. Мне кажется, все разбежались уже, ни людей, никого уже тут нету. Полиция там стоит местами иногда. Я давно хотел с тобой встретиться. Тебя зовут Гандахар? Да. Я с нетерпением ждал встречи, Нек. Ты не человек. Так почему ты с ними? Ну, я и не гоблин. А, но я вижу, тебе нравится крушить все вокруг. Такой работы у меня достаточно. Присоединяйся. Я расту и все ломаю. Так получается. Но твои дела — это зло. Присоединиться? Никогда! Вот так. Никогда я не присоединюсь к вам. Я если ломаю, то это случайно, ребята. Случайно просто. Раз и все разломал. Так, а куда? А, наверх надо ползти, я понял. Вот, на здание. На здание надо. А что там? Ну-ка, подожди. Подожди-ка, вот это что такое? Не ломается внизу? Не, ничего не ломается. Все, погнали наверх. Пробираемся по фасаду. Кто? Подожди, что это? А, здесь огонь горит. Надо аккуратно, подожди. Здесь я буду медленно тогда пробираться. Не надо мне столько хп от него. А как? А как? А, вон исчезает. Давай идем, идем, ползем быстрее. Ох, что-то их много. Ладно, один раз можно суперудар использовать. Но, наверное, лучше на мелких. Потому что большие сразу не упадут. Ну-ка, давай. Да как так-то, а? Ну, вот этого надо вынести сразу. Что-то реально много их.
Ай, ай-яй-яй-яй-яй, это же было больно, вы чё, ребята? Хорош. Не получилось. Так, мы откуда начинаем? Ладно, отсюда хотя бы прям с ними битва. Раз, улетел. Так, я к тебе уже иду. Стой, не двигайся. Этого мелкого тоже вынесли за раз. Мне кажется, надо подходить вот с этой стороны. Слева здесь больше места там, для перемещения. И попасть по вот этому надо. Попасть как-то прям... Да... Блин, да что он делает, а? Я слишком подошел близко к нему. На! Бесполезно, был щит. Капец. Мало хпшечки и, похоже, придется начинать еще одну попытку. Ладно, давай, сейчас разберемся. Надо, главное, не торопиться. Вот так, давай с этим. Следующий. Вот здесь я, наверное, я здесь вот поторопился. Надо было, когда он начал по мне стрелять, надо вот так отходить. Небольшую передышку сделать и еще раз заход. Да хорош! Разок попал и хватит. Тихо, 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 что вы делаете? На тебе! Ну-ка, с прыжка сейчас. Не попал? Попал. Ну, давай, давай, развороти его уже. Осталось-то тут с этим только разобраться. Давай, кидай! Разбил? Нет, он что, жив? Все, по-моему. Да, супер. А вон, вон, собственно говоря, жизни впереди. Реликты собираем, идем дальше. Нек наносит ответный удар, ребята. Но об этом в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем удачи и всем пока!